Российская команда «Левиафан» вошла в тройку призеров по итогам самого сложного этапа регаты Nord Stream Race. Он продолжался более 40 часов. 390 морских миль от Копенгагена до Стокгольма. Дались их сменам совсем непросто. Погодные условия на Балтике сменялись несколько раз. От полного штиля до свежего встречного ветра с порывами до 24 узлов. А если прибавить к этому еще и трехметровые волны, то картина и вовсе становилась угрожающей. Лодку накрывало, но экипажам необходимо было оставаться на палубе. Российская команда словно под копирку повторила сценарий предыдущей гонки. Со старта вышла в лидеры и сутки удерживала эту позицию, но ближе к концу позволила себя обойти. Лучше наших выступили только Северогерманский гоночный союз и победители команда шведского королевского яхт-клуба.